Всем привет! Ну, вы угадали, я думаю. Мне стукнуло 60. 28 февраля 64 года, ребят. Это случилось. Небольшая просьба. Ну, подпишитесь хотя бы в день рождения. А то много смотрят без подписки. Будет шикарный для меня подарок. Заранее всем благодарен. Всех обнимаю. Всем привет, с вами я, Иар. Решил сварить ухи. Завалял 4 банки, больше уж года, наверное, валяется с этого донейшена. Решил уху сварить. Свежие, не испортились. В лаврушках 2 картошки и лук. И будет уха с дымком. Так, ну что, иду. Вода закипела вроде. О, точно. Все, ребят. Запускаем рыбку, прям с бульоном. О, одна пошла баночка. Вторая. Опа, аккуратно ровили. Третья банка. Вот так вот. И сказать, что это будет не наваристая уха. И четвертая банка. Все. Запускаю луковицу. Наверное, отрежу пополам. Быстренько. Опа. Запускаем луковицу. Раз. И сейчас картошечка. Вот так вот. Пошла. Эх, Малюша. И вот так вот. И смотрите, получилась целая кастрюля. И, конечно, 2 лаврушечки и перец пошел. Все. Забыл, извиняюсь. Еще вот, ой, чуть-чуть такой вот для остроты красного перца. Даже много, наверное, ребят. Очень острый. Вот так вот. Бум. Все. И считай, уха готова через 20 минут. Наливайте и выпивайте. Что еще сказать? Ну, смотрите. Ох, ничего себе, здесь сколько рыбы. Как вам? 4 баночки уха, как вы думаете? Шикарно. Ну, я думаю, хорошая идея. Советую вам. Всем всех благ. Да, ребята, напоследок. Конечно, это вряд ли кто досмотрит до конца. Но завтра у меня день рождения, 60 лет. Сделайте мне подарок. Подпишитесь. Заранее всем благодарен. С вами я, Иар. И, конечно, завтра будут вкусняшки какие-нибудь. Экспромтом. Может, друзья придут какие-нибудь. Всем пока. До завтра.